Латгальская центральная библиотека получила прекрасную коллекцию детских книг от фонда «Капитал культуры». Уже 8-й год подряд во всех библиотеках Латвии проходит конкурс «Детское жюри». Участвовать в нем могут ребята с 1 по 9 классы. Организовывается каждый год коллекция очень красивых, замечательных, умных детских книжек. Книжек, которые адресованы разным возрастам детским. И дети приглашаются эти книги читать, оценивать, высказывать свое мнение. И потом путем голосования вся Латвия выбирает книги, которые номинируются на, скажем так, титул «Самый-самый лучший читаемый в определенной возрастной категории». И всегда в конце года проходит во всех городах, во всех поселках, библиотеках, проходят заключительные мероприятия, где каждый город и каждый, допустим, какой-то край, поселок выбирает своих номинантов. И впоследствии организовывается на Кипселе большой детский праздник, где уже, ну, действительно, награждаются книги-победители. Чтобы стать настоящим книжным экспертом, нужно прийти в любой филиал Латгальской центральной библиотеки, прочесть книги из новой коллекции и написать свой отзыв. Главное – успеть до конца года. В этом году на суд юных читателей авторы программы предлагают очень интересные издания. Это и художественная, и справочная литература, начиная от сказок для самых маленьких и заканчивая поучительными историями из жизни подростков. Такие книги всегда приятно взять в руки. Ты открываешь эту книгу, тебе хочется ее читать. Тебе хочется читать, тебе хочется переворачивать страницы и прекрасные иллюстрации к книгам. То есть, знаете, чтобы попасть вот в эту коллекцию детского жюри, да, книги проходят очень строгий отбор. И книжные издатели, специалисты по детскому чтению, библиотекари национальной библиотеки, да, они действительно, ну, такой происходит настоящий кастинг, да, потому что книжная продукция, она очень разнообразна, издается очень много всевозможной литературы, и, конечно, выбирается для детей, вот для этой коллекции, да, выбирается самая красивая книга, самая, наверное, привлекательная, прекрасно оформленная, ну, и чтобы в ней, как говорится, помимо обложки было содержание, которое заставляет ребенка думать, развиваться, оценивать, высказывать свои мысли. Так что во время летних каникул ребята могут совместить приятное с полезным. И отдохнуть, и новые книги полистать, тем более, что и их не так и много. Подробнее об условиях конкурса «Детское жюри» можно узнать в любом филиале Латгальской центральной библиотеки.